прозвучал вопрос про финал Лиги Чемпионов. Там получил травму Мохаммед Салах, лидер сборной Египта. И имеется мнение, что многие команды подстраивают свою игру, в особенности оборону, под игру Мохаммеда Салаха. И есть мнение, что он не успеет набрать форму. Изменится ли тактика игры или философия игры на сборной России в случае, если Мохаммед Салах не успеет набрать нужную форму? Спасибо. Ну, вы сейчас говорите про игру, которая состоится 19 числа, да? Но это долгая еще история, нам надо все это время готовиться. У нас есть три игры до этого времени еще. Ну, во-первых, я могу сказать, что во время игры я переживал за Салаха, потому что я болел за Ливерпуль, но я, честно говоря, не думал, что у него серьезная травма. Надеемся, что у него ничего реально серьезного нету и что с карьерой у него вообще проблем не будет. Другое дело, что пока на эту тему мы не общаемся, потому что время не подошло. Когда время наступит, уже непосредственная подготовка к данному матчу, тогда у нас будет уже информация, сможет ли он играть, в какой ли он форме. И тогда от этого будем исходить. В конце концов, не только мы, но и другие соперники, с кем Ливерпуль играет, тоже обращают внимание на игроков, которые делают результат в команде. Салах один из них.